подоходный налог в России поднимут до 16%. Общество, налоги и сборы 28 декабря 15.33 подоходный налог в России поднимут до 16% правительство Медведева нашло способ покончить с бедностью. Дмитрий Родионов комментариев просмотров 16190. Фото, Егор Алеев, ТАСС материал комментируют. Анатолий Баранов. Дмитрий Галкин российские власти рассматривают инициативу, согласно которой налог на доходы физических лиц для отдельных групп граждан может быть отменен. Кроме того, предложено осуществить налоговый вычет из НДФЛ, который был бы равен действующему прожиточному минимуму. Об этом пишут ведомости со ссылкой на трех федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока. Цель инициативы продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Ранее о данной инициативе рассказал глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. Отменить НДФЛ предлагается тем, чей доход ниже 10 вопросительный знак 000 рублей или же меньше, сообщается, что таковых в стране 12,7% 18,6 миллиона человек. При этом возможно увеличение ставки НДФЛ для остальных категорий граждан с действующих ныне 13% до 16%. Иными словами, налоги, которые не заплатят бедные, по сути, предложено переложить на плечи других налогоплательщиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметные совещания по этому поводу не идут. По его словам, в правительстве пока нет ни позиции, ни решений по данному вопросу в самом правительстве от комментариев на эту тему отказались. В любом случае, очевидно, что повышение НДФЛ спровоцирует массовый уход работающих россиян в теневой сектор, а повышение НДС – очередной рост цен, что только увеличит число бедных. Читайте также. Подарочек на Новый год. В офисах ограничат поход в туалет тремя минутами. На Западе придумали унитазы, которые заставят справлять нужду очень быстро получается замкнутый круг. Неужели нельзя по-другому побороть бедность в России? И пойдут ли в правительстве назначенные миры? Почему нет? Тем более, что тем, кто сейчас получает официальную заработную плату, будет не так-то легко снова уйти в тень, считает политический обозреватель газеты 2000 Дмитрий Галкин. Тот же, кто работает без надлежащего оформления или получает большую часть зарплаты в черную, и так НДФЛ не платит проблема России не в низкой ставке НДФЛ или не в намерении правительства ее повысить, а в отсутствии прогрессивной шкалы налогообложения. Это крайне несправедливо, поскольку люди с высокими доходами потребляют значительно больше тех общественных благ, которые полностью или частично оплачиваются государством. Они чаще путешествуют, а потому больше пользуются транспортной инфраструктурой, они чаще обращаются в суд за разрешением хозяйственных и имущественных споров. У них больше имущества, которое находится под охраной правоохранительных органов. СП, почему именно 16%? Существуют какие-то почты. А в других странах, как с НДФЛ, может, у нас все еще не так плохо? Это примерно соответствует минимальной ставке подоходного налога в европейских странах. Так, в Польше в октябре прошлого года правящая партия «Право и справедливость» снизила минимальную ставку подоходного налога с 18% до 17%. Причем подоходный налог по минимальной ставке уплачивают все, чей доход не превышает 85 вопросительный знак 000 злотых в год, то есть примерно 1500 долларов в месяц. А наемные работники в возрасте до 26 лет вообще не платят подоходного налога. СП, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Камолов считает, что отмена НДФЛ для бедных может привести к повышению НДС и акцизов. Так ли это? К чему это может привести? Честно говоря, мне трудно понять логику подобных расчетов. Почему нужно компенсировать падение бюджетных доходов, связанных с отменой подоходного налога для бедных, за счет повышения НДС? Может быть, проще запретить российским корпорациям регистрироваться в офшорах? СП. Как население России отреагирует? Реально бедные, понятно, обрадуются, а остальные? Никак. Большинство российских граждан давно не ждут от власти ничего хорошего, а потому к повышению подоходного налога отнесутся без особого удивления. СП. Кстати, почему бы просто не ввести прогрессивную шкалу? Или может, есть еще способ облегчить жизнь бедных, не перекладывая нагрузку на других? Не знаю, почему правительство так боится прогрессивной шкалы налогообложения, на мой взгляд, это какой-то иррациональный страх. Способ облегчить положение бедных конечно же, есть. Самый действенный, на мой взгляд, заключается в том, чтобы повысить налоговую нагрузку на корпорации, запретив офшоры. У нас в правительстве люди настолько креативные, что могут пойти на что угодно, уверен главный редактор форум. Обобранный «Газпром» продолжает строить яхты и дворцы. Затраты на строительство элитарных зон отдыха для национального достояния тоже капля в море. СП. Некоторые эксперты уже говорят, что отмена НДФЛ для бедных может привести к повышению НДС и акцизов. Но ведь это в конечном итоге против бедных же и обернется. Ибо все подорожают прежде всего продукты. Ну, они же собираются переложить расходы за это благодеяние на остальных, повысив НДФЛ до 16%. Так что речь не о снижении налогового времени, а о его перераспределении. И вот эти 3% сверх нынешних 13% не только с лихвой компенсируют налоги с 10 тысяч, но и дадут в казну приличную прибавку, если верить. Конечно, расстатус его исчислением средней зарплаты по стране. СП. Не возрастет ли число формально бедных, официально получающих меньше облагаемой налогом зарплату? Это азы избыточные налоги порождают практику массового уклонения от них. Налоги должны быть такими, чтобы было выгоднее их платить, чем уклоняться. СП. Источник ведомостей в правительстве сообщает, что цель инициативы продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Они хотят поднять налоговые поступления в бюджет с граждан и при этом выдать это за благодеяние. Такое впечатление, что в Минфине сидят не экономисты, а пиарщики СП: как, по-вашему, можно уменьшить число бедных в России, повысить доходы населения. Это единственный рациональный способ. Другой способ применялся в старой доброй Англии, нищих просто вешали налоги и сборы, ни зарплат, ни пенсий. При нынешней власти Россия обречена на бедность новостей фискальной политики, стало известно, почему в России никогда не введут прогрессивную шкалу НДФЛ.